Всем привет, дорогие любители футбола, с вами FC Gor. Как вы уже знаете, вышло обновление в FIFA Mobile, и эту игру уже переименовали. Это теперь не FIFA Mobile, как было, а FC Mobile. Ну, каждый называет по-своему FC Mobile, FK Mobile, я буду называть FC Mobile. Я игру только что обновил, еще даже сам не зашел, не проверил, так что будем сейчас проверять вместе с вами. Ну что, ребята, наконец-то у нас загрузилась игра, и мы уже зашли в FC Mobile. Зайдем-ка мы в быстрый матч, посмотрим, что тут у нас новенького или что там у нас вообще. Тренировка, обучение, удары. Ну, я думаю, здесь не нужно объяснять, что это такое. Просто нам тренировки показывают, да и ничего такого. Так, ну, просто удар. Чего такого? Ой. Ну, случайно промазал. Все, исправился. Ну, совсем уже бывает. Переборщил с ударом. Так, нужно провести мяч и забить. Ну, это уже конкретно в одну точку нужно забить, в один угол. Посмотрим, что с празднованием. С празднованием нам ничего не добавит. Ну, да ладно. Давайте посмотрим, что у нас. Наборы. 30 опыта. Неплохо для начала. Так, дальше у нас. Что дриблинг? Ну, давайте посмотрим, что там у нас по дриблингу. Так, дриблинг. Проведите мяч около указанную точку. Ну, давайте. Ну, это прям слишком легко, мне кажется. Это уже с рывочком. Ну, тоже довольно легко. Ничего такого. Нужно отвести как-то конусы или что-то. Не, не конусы. Короче, вы поняли. Разного нельзя перемотать, к сожалению. Ну, пойдем посмотреть, что дальше у нас. Ну, снова на уборах 30 опыта. Новый уровень достигнут. Неплохо. Довольно-таки быстро, кстати, достигли. Ну ладно. Что у нас дает? 217 летов. Ну, тоже неплохо. Довольно-таки. Так, что там у нас? У нас снова какие-то награды. Давайте возьмем. Что у нас? 65 плюс игрок. Ну, не густо, конечно же. Ну, как не это же начало. Ну ладно. 58-й игрок какой-то, аргентинский, левый нападающий. О, наконец-то можно пойти уже в клуб. Давайте-ка заглянем, что там у нас в команде. Вот и наш клуб. Так, оверл, да, довольно-таки маленький, 64-й. Не, ну чего, чего вы ожидали-то? Это ж как-никак только начало игры. Ну ладно, пойдем. Ну, что там, мертвини? Я думаю, это никому не интересно, потому что здесь все всем понятно. Вот команда. Ну, это ультимативно, мы это знаем. Скамейка. Угу. Ну, немного поменяли геймфейс, по-моему. Ну, скамейка. А, это вот скамейка. Вот внизу скамейка получается у нас. Ну, давайте сделаем автовыбор команды. Вот наша команда как выглядит по мнению ботов, так сказать. То есть снова заглянем в быстрый матч. У нас снова тренировку. Ну, теперь пора потренировать наши передатчики. Вот и у нас тренировка передач. Ну, здесь все очень легко. Нажимаем кнопку пас. Это просто пас в разрез. В разрез. Все как и в старой FIFA было. Ничего такого сверхъестественного, конечно же.
И снова уже 30 опыта. Ну, уже у нас третий уровень. Снова подросли. Так, ну 200 самоцветов. Так, теперь идем в защиту. Тренироваться будем теперь в защите. Ну что, вот эта тренировка защиты, так сказать, обучение. Ну, здесь можно сделать свайп назад, для того, чтобы сделать подкат жесткий. Либо же зажать кнопку рывка и потянуть налево. Будет то же самое. Ну, это уже кому как удобно, так сказать. Так, обучение защиты тоже прошли. И снова нам дали награду. И снова 65 плюс игрок. Смотрим, кто нам здесь попадет. Монеты. Ну и 68-й левый нападающий. Он был португалец. Ну, не успел зафиксить страну, но я думаю, это не столь важно. Теперь, по ходу, ребята, мы будем улучшивать наших новых игроков, которые мы получили. Ну и, конечно же, их ставить в наш состав. Вот наш состав. Они нам говорят, ну, что мне это улучшить центрального нападающего. Нажимаем на сфотку. Конечно же, нажимаем это после этого. Но это показывает характеристики игрока. Ну, у него, да. Значит, так как-то не очень. Согласен. Ну, 64-й игрок, как чего хотели. Ну, уже идем на тренировку, улучшение, так сказать, или как здесь по-новому написано, сводку. Ну, здесь, я думаю, всем понятно, что одного игрока даешь, ну, тратишь, так сказать, чтобы улучшился второй. Мы делаем так же, этот игрок не улучшился в уровне, зато у него ранг стал больше. Теперь, походу, у нас будет свой первый матч, и, походу, это будет финал Лиги Чемпионов. Кстати, будем играть против Мадридского Реала за Манчестер Сити. Я думаю, будет интересная игра. Вот и начался наш матч. Манчестер Сити, Реал Мадрид. Состав крутей будет, знаете, как в настоящем Лиге Чемпионов. В настоящем Лиге Чемпионов очень интересно. Ну, конечно, тактику я беру атака. Здесь вот. Знаете, очень сильно похоже на чемпионат мира. Знаете, FIFA еще, это был турнир про чемпионат мира. Давайте-ка проверим удары, как у нас летит. Но не очень. Либо я слабо ударил, либо же здесь не очень летит удары. Но здесь еще геймплей очень медленный по сравнению со старой FIFA. Прям очень медленно. О, первый гол от Родри. Какое празднование, интересно. Ну, обычное празднование, как и в FIFA старой. Повтор гола. Остановка, удар. Ну, я считаю, неплохой гол. Так, ну, счет 2-0. Ну, вначале нам дают фору в один мяч. Ну, конечно, вы все понимаете, что мне никакая фора не нужна. Ну, да ладно. Снова атака, передача на Эрлинга. Ну, снова гол. Ну, тут ничего такого. Обычный стандартный гол. Вот. Неплохо Эрлинг пробил. Нижний угол. Ну, здесь мы немного подпрессинговали. Отправили мяч. Передача. Сюда. Пас на Ковальчича, снова удар и снова гол. Неплохой гол, вот повтор. Передача на Ковальчича пошла точной, ну и близкой. Ну, а Ковальчич ударил точно сильно в дальний нижний угол. Я думаю, в вратаря не было шансов. И снова ошибка мадридского Реала.
Альварес отобрал мяч, бежит. Ну, я думаю, Альвареса никто не догонит. И никто не догнал. И Альварес добил гол. Ну, здесь Эдер Милитао вообще стоял на месте. Даже не хотел бегать за Альваресом. Ну и, конечно же, за это поплатился. Ну, а счет уже у нас 5-0. Разгром. Эрлинг отобрал мяч, передача на Альвареса. Альварес на Бернардо Силва, гол. Ну да, ну это как начало игры, поэтому все так легко удается. Мы играем не онлайн, поэтому все так легко. Ну, снова сделали опор, но уже времени было мало. Посмотрим, что происходит. Как празднуют. Выиграли финал. Лучше. Вот ужастик. Так, капитан у нас Эрлинг. И поднимает, значит, трофею. Неплохо. Сделали, как на PlayStation. Вот в Лиге Чемпионов победа. Очень круто, мне понравился. Так, ну здесь характеристика матча. Ну это обзор, так сказать. 8 ударов в створ, из которых 6 голов, 72% владения мяча, 100% точность, 6 голов, вот все голы можно посмотреть, но я думаю, не стоит. Посмотрим, какие у нас награды. Ну, немного игроков дали. Не очень, конечно. Новая схема у нас открылась. 3-4-3, по-моему. Ну и набор сопровождения уровня. Снова есть самоцветов. Смотрим, что у нас там дальше идет. Мне нужно выбрать команду, понятно. Ну, я, наверное, выберу Барселону. Мне как-то Барселона больше нравится, чем остальные клубы. Никому это не вопит. Просто говорю свое мнение. Барселона мне больше нравится. Так, ну, квесты. Ну, квесты, я думаю, здесь ничего такого сверхъестественного нету. Это и в старой FIFA было, и тоже. Я играл на многих FIFA, но режимы игры ничего такого. Дать бесплатно 200 самоцветов. Конечно же, мы их берем. Ну, уходим уже оттуда. Так, ну у нас здесь что он рассказывает. Ну, это и как в прошлой игре. Каждый день, если зайдешь в игру, дадут тебе награды. И, кстати, на 7-й день дадут, походу, отличную карту. Рональдини 86-го. Ну, он ЦФТшник, к сожалению. Ну, я думаю, это не проблема, потому что можно поставить на НАП. Ну, у нас турниры тут. Лига чемпионов. Ага. Интересно, что там у нас. Давайте заглянем. Ага, здесь походу все как в событии чемпионата мира в FIFA Mobile там еще. Да, походу точно. Такая что за набор предметов. А, это же событие основатель, который в прошлом сезоне. Тогда вот игроки перенеслись. Ну, это круто. Вот тут в составе стоять у меня. Так, ну, нужно выбрать команду. Я наверняка выберу. Ну, конечно же, Барселону. Как же без Барса? Так, у нас Барселона, вот Барселона. Ну и, наверное, мы на сегодня закончим. И не забудьте поставить лайк под видео, если оно, конечно же, вам понравилось. И подписаться. Ну, а Лигу чемпионов мы будем проходить на следующем видео. А сейчас всем пока-пока!